Берлин, февраль 45-го года. Штирлиц сидит в камере гестапо на принц. Альбрехт-штрассе после провала одной из операций дверь открывается и входит сам Генрих Мюллер, группенфюрер СС. А ну-ка взгляните, Штирлиц, Мюллер швыряет на стол потрёпанный блокнот с пометками на русском языке. Это ваш шпионский блокнот, не правда ли? Штирлиц спокойно разглядывает блокнот. Он его действительно использовал для связи с центром. Возможно, роняет он ровным голосом, а что? Это ваша улика, доказательство работы на большевистскую разведку, рявкает Мюллер, признавайтесь сразу, штандартенфюрер. Штирлиц прекрасно знает, что просто ни за что не выдаст своего настоящего звания. Это всего лишь блокнот, говорит он сделанным равнодушием. Кто его хозяин, вы не докажете. Мюллер багровеет от ярости, но берет себя в руки. Ладно, попробуем другим способом, узнаете эту записку. Он достает клочок бумаги. Это последнее шифровальное донесение, переданное Штирлицем перед провалом. Записку впервые вижу, жжет Штирлиц, стараясь не выдать себя взглядом. Хорошо, хорошо, оценит Мюллер. Тогда, может, вы узнаете вот этот фальтер с глушителем? Штирлицу очень знаком этот пистолет. Он получил его от центра на случай самоликвидации. Да, узнаю, кивает он. Этот пистолет уж больно знакомый. А, попался, Штирлиц наконец признался. Нет, я имел в виду другое. Хладнокровно парирует Штирлиц. Просто вы уже третий день подряд пытаетесь этим пистолетом меня припугнуть. Я уж и запомнил его.